Здравствуйте, это Афиша, и о мероприятиях на выходные расскажу вам я, Мария Борисова. Главное событие этих выходных – День молодежи, суббота, 24 июня. На один день самым молодежным местом Раменского станет территория завода «Энергия». Поэтому День молодежи в этом году пройдет под знаком «Энерджи». На этой площадке будут собраны все возможные направления, локации, течения молодежных объединений. Будет возможность принять участие в локации ЗОЖ и спорта, творчества, музыки, театра, лидерства. Можно поучаствовать с друзьями в турнире по теннису. Пройдет турнир одновременно по 10 настольным играм. Можно будет принять участие в кинопоказе. Отдельно будет оборудована территория авто- и мотоспецтехники. А также все присутствующие на мероприятии смогут стать участниками уникального арт-объекта. Приходите в ваш праздник, День молодежи. Суббота, 14:00, территория завода «Энергия». 3 дня прогулок на сабборде по живописным водоемам проводит клуб «Викинг». В пятницу и воскресенье состоятся 2-часовые прогулки по Москве, реке в Марково. В субботу сплав по реке Нерская с обедом на открытом огне. Подробности и бронирование мест в аккаунте клуба «Викинг». Музыкальный квест для детей проведет проект «Music for Baby». Он пройдет 25 июня в Раменском музее в 11:00. Его участники будут искать потерянные ноты и выполнять музыкальные задания. Заранее бронируйте места. Дискотека СССР с участием звезд 80-х и 90-х состоится в пятницу в 20:30 во дворе ресторана «Нью Слэм». Желаю вам отличных выходных, и еще больше мероприятий вы найдете на портале «Мой округ».